вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами Нохя Костян, канал «Это не диалоги о рыбалке». Коротко о погоде. Начинает идти мелкий снежок, температура минус 13 градусов. Долготу дня не смотрел, давление тоже. Едем на рыбалку. Прогончик привяжем и начнем проверку. Ну что, друзья, начнем. Опа. Глубина тут, конечно, течение давит нехило. 11-я серия нашего сериала в этом сезоне «Черная дыра». 30 ноября. Первая проверка на новом месте. Ну, да пребудет с нами большой и жирный бонус. Проверять здесь будет тяжко, конечно. Красноярск слетали. Все дела порешали и с больницей, и другие немаловажные дела. Но, блин, прицепили какую-то херь. Какую-то болячку. Тут у нас теперь груза. Маховик от тридцатика. Полтрака от газона. Ну и первый крючок. Короче, прилетели девчонки наши сразу. Прям с самолета уже с температурой. Вылезли домой. Мы с Витьком маленько посопротивлялись. И сегодня тоже проснулись с температурой. И что? Темпер, отдышка. О, блин, как ты сидишь-то? Что-то не понял. Ведь прям повезло. Почти ушел. Почти не считается. Так. Новый перемет. На паракорде четверки. Поводки самодельные из нейлоновой нитки. Крученные. Тоже прилетели вечерком. Сразу в гараже скрутил. Короче, все навье. Место навье. Перемет навье. Вчера морозик маленько был. Сегодня погода сменилась.
снежок. Завтра опять вроде подмораживать будет. Качели продолжаются. На Угор вчера выезжал. Енисей, конечно, встал. Чудовищно. Все в двухметровых торосах полностью. Ни гладух, ничего на реке не видно. Получается, еще напротив Труханская галечная коса большая. Кому интересно, можете посмотреть спутниковую карту. Короче, у этой косы весь Енисей на протяжении всей косы открыт. Парит. Зима будет веселая, конечно. Влажность будет всю зиму. Я думаю, эту херню до весны даже не затянет. Даже если будут крепкие морозы. Потому что там сильное очень течение. Все это будет открыто всю зиму стоять. Вчера запускал перемет. Где-то маленько что-то он зацепился. Даже зацепик был. Ну, вроде... О, хороший идет. Ну, вроде затянул. Добрые пара на лемяк уже есть. Сегодня ушица наварим. Когда болеешь, ушица хорошо заходит. Не знаю, завтра получится, нет, проверить. Если температура будет выше, то, скорее всего, не поеду. Сегодня прям вынужденно как бы поехал. Заглотил этого, как он называется-то, трафлю или что там, порошок какой-то, и попер. Спина, да, на этом месте будет трещать в постоянку. Что, ближе к берегу, тики-тики пошли. О, еще такой серьезный. И улыбнись. Ну ничего, такие справные налимы, добрые. Говорят, рыбы нет. Леху вчера тоже видал здесь, проверял свой перемет. Выставились они с сыном, сказал, дюжина попалась, все такие нормальные. Ерш большой, живой. Ерши буду оставлять. Вчера пронырил, получается, перемет поставил. Поехал. На сегодня запас поймал. Блин. Тепло не пристывает нифига. А еще живой. Ерш мощный, здоровый. Стягивает веревку. Не замерзшую. Смотри, что в берег. Что-то пустовато у нас пошло. О, идет обормот. Леха говорит, тоже пару проверок. Хреново было. Вот вчера стрельнуло. Так. Тут у нас теперь вот такое грузило. Виктор какой-то с рыбалки шел по дороге. Железяку нашел, очень тяжелое. Ну и для грузила по тоскуна нормально. Ну, в принципе, для первого раза достойно. Раз, два, три, четыре. Пятерика. Пара трешек, даже чуть побольше. И два с половинкой. И пара китиков. Отличный улов. Видео в первую очередь, как обычно, будут выходить на моем канале Дзен. Ссылку оставлю в описании под этим видео для тех, кто еще не подписался. Кстати, друзья, тут это в Красноярске пока были, сколько мы были, 9 дней. Все 9 дней специально смотрел все видео на Дзене. Жена также смотрела все на Дзене. Все отлично работает. Не знаю, вот пишут, что зависает. Рекламы замучили. Фу, блин, сколько я смотрел видео, ну раз 5 у меня выплывала реклама. И все. Ничего не виснет. Полноэкранный
режим работает отлично. Не знаю, кто как, что делает. У нас все работало прекрасно. Друзья, которые приезжали в Красноярске, также у них интересовался, как работает Дзен. Они меня только на Дзен и смотрят. Все отлично, говорит, работает. Ёршик уколол. Так что не знаю, почему у кого там что глючит. Дзен дает мне заработать. Возможность дает на бензин, на продукты с этих видеороликов, которые я снимаю не только для вас, но и для пропитания своей семьи. Блин, да что вы так позаглатывали-то, блин? Силой не заставляю подписываться или смотреть на Дзене. Позже, конечно, ролики выходят и на YouTube, но в первую очередь на Дзен. Как они набирают определенное количество просмотров, тогда видео публикуется на YouTube. С YouTube я никуда уходить не собираюсь, как многие подумали, что я кидаю, бросаю. Как я могу вас бросить-то? Будем продолжать снимать, выкладывать все эти видео. Фу. Блин, не знаю, когда мы в этом году до озера доберемся. С такой установкой Енисея. Блин. Дома у нас теперь лазарет. Четверо с температурой. Фу. Сейчас приеду, смонтирую для вас ролик и под одеяло отлеживаться. Не знаю, говорю, завтра получится, не получится. Не уверен, что температура куда-то денется за одни сутки. Но может и повезет. Там будем поглядеть. Хрень где там прицепили. Ну что, по больницам шарили, считай, сколько дней. Везде чихают, кашляют. Где-то подхватили. Фу. Ладно, друзья. Вот такая вот 11-я серия. Еще раз напомню, это 30 ноября 2023 года. Возобновили рыбалку на Енисее. Вот этот торос весь на берегу вывороченный. Тут вот наворочено. Леха там вот поставил, гладуха там есть. Получается, чуть ниже, чем я ставил. Я на эту гладуху тогда не пошел, потому что она далековато от берега. Получается, вот его бережная лунка напротив моей смотровой. Это достаточно там глубоко. Там течение, наверное, дерет капитально. Ну что, где есть, там есть. Тоже место, как бы, смотрите, налимы-то шикарные накидались. Куча хорошая. Все отлично. Будем рыбачить здесь. Груза, наверное, надо будет поддобавить. На перемет на сам. Вчера вроде собирался сегодня взять. Но не это. Не взял. Решил посмотреть, как будет так сначала. Но перемет однозначно подгрузить надо. Ладно, все, друзья, я работаю, вы отдыхайте и приятного вам просмотра. Всем ни хвоста, ни чешуи, друзья, и до встречи на реке. До встречи, может, завтра, а может, как-нибудь попозже, не знаю, не могу сказать точно. Короче, будем лечиться. Всем крепчайшего здоровья и ни хвоста, ни чешуи. И до встречи у этой черной дыры.